Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы дальше пойдем прокачивать наших покемонов. Сейчас я посмотрю, куда бы нам пойти. И где же тот биом, где спавнится вот этот Бишарп, потому что никак не могу найти. Тогда же мы только на них и качались. Ну как, не только на них, но в общем. Вот сейчас что-то я вообще найти не могу, ребята. Ну, где-то вот тут, по идее, должен быть, но фиг его знает, если честно. Что-то я его никак не могу найти. Ну ладно, будет ночь, проверим. Посмотрим, может вдруг и найдем. Полетаем вот тут в горы и поищем. Так, что я хотел. Ребята, давайте сначала-ка мы пойдем... в эту... Какой? В саванну, нам еще нужно Ченси найти. И, ребята, знаете что? Наверное, мы так и сделаем, что... Лучше бы так Райкваза спавнилась. Как ты, Грудон. Извиняюсь. Так. Ребята. Сделаем мы, наверное, так, как мы сделали с глиняным биомом. То есть я напишу вам сид карты, а вы... Если у вас будет желание, поищите, ребята. Глиняный биом, и если вы его найдете, то потом мне скажете, где он находится, чтобы я потом пошел. О, какой глиняный биом? Вот этот биом, зимний биом с ледяными шипами, или как они там называются, с ледяными теми вышками и всякими вот этими, потому что действительно нам нужен вот этот биом, а я его вообще никак найти не могу. И он нам нужен, потому что в нем как раз тот покемон, который нам нужен, это Крайогонал. И без него, ребята, у нас не будет полной команды. Поэтому он нам нужен. Нам еще нужно... Смотрите, сколько там нужно? 8 покемонов, вроде я говорил. 5 Иви, Райкваза, Крайогонал, Ченси. Нам еще 8 покемонов, ребята, осталось, и у нас уже все покемоны есть. Ну, Ченси, ладно, она спавнится вот тут, в саванне, да, я... О, ну, я и смотрел, и, в принципе, да, она вот тут в саванне спавнится. Крайогонал там спавнится, то есть, когда мы найдем вот тот биом, да, то сразу... Уже, да ты только что заспавнился, уже пропал, ты что, прикалывайся, что ли? Ребята, как только мы найдем тот биом, мы сразу, можно сказать, словим Крайогонала. 5 Иви нам, конечно, нужно будет поискать, то есть полетать над лесом и вот это все, чтобы найти Иви. 5 Иви Ченси вот тут, то есть ее нужно вот тут выжидать, вдруг она заспавнится. И Райкваза. Ну, Райкваза это, я не знаю, ребят, нужно будет тоже ее сидеть, наверное, выжидать, потому что... Ее нелегко найти. Вроде был самый такой покемон легендарный, который часто спавнится. Она же спавнилась в этом, в равнине, да, вот сейчас спавнится так загадочно. В Sunflower Plains, там на закате или ночью. Но ее еще нужно, ребята, тоже будет половить. И после этого, ребята, я, наверное, все-таки обновлю версию покемона, как я говорил, на новую. Точнее, не ту новую, что когда мне говорили, обнови версию, а еще на новую. Потому что вроде вышла еще новая версия, и там добавили Лугию вроде, или еще там парочку так... О, двух или трех покемонов. И это офигенно, но я, как я говорил, ребята, я обновлю тогда, когда... я словлю всех покемонов в этой версии. То есть вот уже Ченси нашли, если сейчас ее словим. Если сейчас ее словим, нам уже останется 7 покемонов. И после этого, ребята, мы, наверное, пойдем. Я не знаю куда. Куда мы можем пойти. Иви, днем. Твою мать, ты прикалываешься? Заспавнилась через 40 минут. Смотрите прикол. Ща, иди сюда, да, иди в жопу. Эконс, как раз так нападаешь нужно. Смотрите. Я не знаю, не уверен, но я думаю, что Гроудон еще тут шляется. У
Грудон заспавнился сколько? Сейчас я посмотрю. Он заспавнился минут 5 назад, и до сих пор он тут шляется. Хотя мы отошли на не знаю какое расстояние, и мы уже потеряли его с виду. А Ченси заспавнилась? Было на карте, то есть на радаре, мы видели, где она вообще находится. Через пару секунд она уже пропала, все, мы уже не можем словить, потому что она уже пропала. А вот эти покемоны тут по 10 минут шляются, хотя мы убегаем в другой конец, потом возвращаемся, они все еще там. Ладно, Капученси, это или Ченси такая охрененная, которая заспавнилась через 10 секунд пропала, что мы ее даже словить не успели, или... Или баг какой-то конченый, тот же, как в предыдущей серии был, что тпхнуться не мог. Минус 1800, минус 1500, 85, минус 1200. Нет, неправильно. Ладно. Какой там минус, минус 800, а не минус 1200? Ох, ребята, я думал уже сейчас Ченси словим, и нам 5 покемонов, 7 покемонов останется. А, фиг. Она еще и умудрилась пропасть как-то. Ну, Ченси и так нужно словить. 5 Иви, я не знаю, в принципе, они не редкие, да? Если они спавнятся, то сразу кучами. Но их тоже выследить нужно. Крайгонал, я уже сказал, ребята, если вы потом мне поможете... Если потом вы мне поможете найти этот биом, то есть... Если хотите, то уже можете, ребята. Я оставлю уже в описании сид мира. Я оставлю в описании сид мира. Если вы захотите, то, в принципе, можете помочь, поискать вот этот зимний биом с ледяными вот этими фигнями. Если найдете, напишите координаты, будет офигенно, если честно. Так, ну что... Ночью куда нам идти? Только на Павниардов, потому что нам еще вот эту команду нужно прокачивать. Не нужно забывать о том, что нам нужно команды прокачивать. Поэтому давайте-ка мы вот сюда пойдем. Например, 2300 минус 2300 80. И сколько там было? Минус 300? Нет, не минус 300. Минус 100. Вот хреночень вот это. Может мне реально, ребята, прописать команду, чтобы вещи не выпадали. А то каждый раз, когда вот так застрю где-то в стене, то... Если там умру, то фиг и вещи свои найду. Или сделать себе ботинки, как у нас были... Как у нас они были в прошлой серии, в прошлом сезоне, что, чтобы с большой высоты падать и не умирать. Потому что вот это капут. Так. Это сюда, это сюда. Какой там? Ну, тогда давайте 90 минус 100 давайте. Вот офигеть. Так. Манчлакс. Бишарп. Не сказали, что он не спавнится в этом... Как его? Он не спавнится вот тут. Он больше не спавнится в горах, потому что он спавнится в горах, где фоссил... какой фоссил? Где гравий есть. То есть... Он только вот там спавнится. Но я не помню, где гравий есть. Где там мы вообще тогда качались и нашли гравий. Давайте сюда пойдем, например. Ну вот, минус 2300. 300. Фу, я уже думал, сейчас опять убьемся. Что-то гравия реально не вижу. Я не помню, мы же тогда качались. Там столько бишарпов было, что это сдуреть можно. Вот, тут есть... Но тут их что-то нету, как я вижу. Не знаю, ребята, нужно сейчас будет поискать и найти вот то место, где мы прокачивались. Чтобы все уже знать, где это, и чтобы там дальше прокачиваться потом, а не искать вот так каждый раз. Если честно, фиг его знает. Ну вот где-то тут рядом, я помню. Хотя если тут территория не открыта, то значит, что 100% не тут. Может, может тут, например, минус 300, минус 300.
Нет, не тут. Сейчас мы, короче, ребята, опять убьемся, мне так кажется. На вот тут давайте, например, минус 2500, 300. Допустим, минус 2590, 300. Сейчас давайте подождем, пока мы отхилимся, потому что если еще опять бабахнемся куда-то. Давайте, давай еще хотя бы два сердечка отхилься и бежим туда. Но если честно, не помню, где мы тогда качались. О, точно, может посмотреть, хотя фиг его знает, какие там координаты были. Ух, ребят, я в следующей серии, наверное, потом узнаю, где это мы качались, но... Да ты чё, прикалывайся? О, вот! Вот мы нашли эту точку, ребята, вот. Хотя, где-то вот тут давайте. Отлично, все, нашли. Уже знаю. Так. Да, прокачиваем, ребята, Вайлмера. 50 уровень, и он как раз так будет их убивать, мне кажется, нормально. Это кто? Гравеллер, но далеко туда идти, поэтому... Было бы вообще офигенно, если бы у нас еще и летающий покемон был. Ну, как бы он есть, но его еще прокачать нужно. Так. Какой он там, 37 уровень? Ты потянешь... Потянет, конечно, не прям очень с одного удара, но все же прокачаться может. 3000, можно. 3000 опыта это не очень маленько так. Так, это сюда. И вот так. Потопали, ребята, дальше. Дальше, дальше, дальше. Фух. Ну что, ребята, сегодня уже у нас 2 декабря. Поздравляю всех с первыми днями зимы. У меня, конечно, такая зима. Как это сказать? Круглогодная, да? Плюс 20 тепла. Ну сколько у меня сейчас? Твою мать. Ну у меня сейчас не плюс 20, ну где-то... Да ты что, прикалывайся? Плюс 15, ну, приблизительно вот так. Днем солнце где-то плюс 20 есть. Под вечер уже так, более-менее. Вылечимся. Как я, ребята, по снегу заскучился, вы себе не представляете. Я снег не видел года так... Хотя как года? Лет так 5, ребята, я снег не видел. Тут как бы зима есть, понятно, везде есть зима, но тут... Тут снега нету, ребята. Какого снега? Тут даже дождь толком не падает, а не то, что снег. Какой нафиг снег, да? Но я действительно по нему уже очень заскучился, прям я его офигеть как долго не видел и... Капот. Только вот это жарище, 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 и кроме нее нифига. Если жарище, может чуть-чуть прихолодает, потом опять жарище. Ладно, как я понял, он еще не очень тащит. Так, отлично. Вот чё, уже сейчас утро? Как там быстро оно пролетело, мне кажется. Мне вроде никого... А, хотя не, мы прокачали 2 уровня Алларвести, 1 уровень Вайлмеру. Это, в принципе, нормально. Еще и набили себе и вот это. И железо, и алюминий. И поэтому уже и в шахту не нужно ходить. Я уже знаю, что вот офигенное место. Практически с каждого бишарпа падает по одному железу. И алюминию. Иногда бывает даже по 2, но это редко. Но все же, так. 30 бишарпов уже полстака приблизительно. Да, даже может чуть-чуть больше, потому что они не всегда выпадают по одному, может и по 2 выпасть. И в принципе это нормально. И по Чилису мы уже тоже пару уровней прокачали. То есть нормально мы так в принципе прокачиваемся. Так, ща. Ребята, нет, хотел сказать, в какой серии я обновлю сборку, но я не знаю. Потому что, говорю, нам нужно словить Райквазу, а когда мы словим Райквазу, это я не знаю. То есть это нельзя планировать, что вот за пару серий мы ее словим. Фиг его знает, когда она заспанится. Поэтому, ребята, я даже не в курсе. Алларвести, не умрешь ты с одного удара. Ну, тебя еще нужно прокачать, хотя бы к 50-му, чтобы дальше тебя нормально... Чтобы ты хотя бы кого-то тянула вот тут.
А они вроде даже днем спавнятся или нет? Вот тут именно в этом горном биоме, где куча гравия. Они, походу, даже и тут спавнятся. Днем, точнее. Ну, ты с двух ударов умираешь. Так, отлично. Тогда еще вот и Шелгона тут можно прокачать. Какой он там? Я не вижу. 38 уровень. А все, походу, они уже пропали. То есть они ночью спавнятся, под утро спавнятся еще. Хотя, а нет, смотрите. Фиг его знает. Тогда, ребята, тут, в принципе, тоже нормально. Тут как раз офигенно таких качать водных, знаете, каких еще. Ларвеста, в принципе, тоже нормально. Мы же по ниту как-то качали, и она вырубала бишарпов с одного удара. Но... А, сейчас поем. Так, вот, нормально. Потопали дальше. Фух. Или, в принципе, Ларвесту просто в бой первую кидать. Или просто кидать в бой. Хотя Вайлорда еще тоже нужно прокачать, поэтому нет. Вайлорда давайте прокачаем как минимум к 52-му. После этого уже можно и Ларвесту кидать, и Шелгона кидать, и тем более Баттерфри кидать. Почерис уже 57-й, пока мы остальных прокачаем, они уже 60-е будут. И Почерису и Випин был. Так, ну давай, Вайлорд. Еще раз. О, отлично. Так, вылечимся опять. Опа, через еще один уровень. Может Шелгона? А Шелгон как будет? Да. Не очень. Зато Велорд уже, ребята, 44 уровень. Ларвеста, попробуешь? Твою мать, ты даже нам ударить не даешь. Так. Сейчас сами пожрем, ребята. И потопаем дальше. Как раз лес есть. Может прописать и... Вдруг где-то рядом заспанится, а мы ее увидим. Вот там лес спереди есть, сейчас мы туда побежим, посмотрим. Потому что, в принципе, нам сейчас еще так смысла большого нету искать вот этого, как его. Иви, потому что у нас Шелгон, у нас даже Соломенца нету. Когда будет Соломенц, тогда можно будет и полетать, и поискать, ребята. Так, отлично. Все, больше не спавнится. Вроде больше все. Я уже никого не вижу. Ни одного. Ну, фиг его знает. Так. Ух, как. Как? Красиво даже. Шейдерами вообще офигенно, если так смотреть. Вот так. Да. О! Потопали, ребята, дальше. Я не знаю, сейчас, может, пробежимся туда-сюда, посмотрим, есть ли тут Иви. Если нету, то опять, ребята, бежим мы. Искать Ченси. Я уже не помню, какие там координаты. Там первые, какие я вводил, уже я и не помню. Во, отлично. О-о-о-о-о. Вы прикалываетесь. Ну кто же еще, ребята, может заспавниться, кроме Диглета? Ну кто? Диглет, вот тут Диглет босс, Диглет Шайни. Кто? Только Диглет, ребята, больше никого. Вот там хотя бы еще один босс, какой он там, желтый. Красный? Ну как-то красный он так выглядит странно. Так. Давай Випинбал попробуй, если не умрешь. Умрешь, тогда давай. О, дождь начался. Дождь, ребята. Да твою ж. Да твою ж, ты что, прикалываешься, что ли? Во. Тут, в принципе, дождь не падает вот в этом биоме, да, только появляется такой туман. Он не падает ни в пустыне, ни тут.
Тут как бы, когда вот такой туман появляется, это означает, что он падает там в лесу, в равнинах, в джунглях и вот это все. А тут как бы намекает, что вот где-то там дождь падает, да, но тут его не видно. Так, ребята, потом... Это что? Шахта какая-то там. Потопали дальше. Ты, конечно, Ченси офигенно так заспавнилась в предыдущий раз, прям сдуреть. Заспавнилась и сразу же пропала. Так, ладно, сейчас, ребята, еще поищем. Если не найдем, то я не знаю. Ну, какие самые простые, что мы можем найти? Ну, вот Ченси, мне кажется, если еще немного поискать, то, в принципе, она тут спавнится, да, одна уже заспавнилась, но сразу же пропала. Синдаквил. Если ее немного еще поискать, то, мне кажется, может и найдем. Крайогонала, в принципе, тоже не тяжело найти, тяжело биом найти. Поэтому как раз я вам, ребята, и написал координаты. Если хотите, то можете помочь поискать. О, вот тут дождь тоже падает. Потом Иви. Ну, Иви это такое, то есть... Они могут сразу 5 штук заспавиться, а могут офигеть, как долго спавиться, мы их толком не найдем. Но поэтому нужно их и искать. И потом Райкваза, и все, ребята, я обновляю версию, потом сборка. Потому что если я не дам сборку, то будут ее все больше и больше требовать, вы сами знаете, да? Каждый раз в комментариях будет, где сборка, где сборка, где сборка. Поэтому без нее никак, как я понял, да? Да, ребята? Так, по Чирису. Ну давай. Ну, тебя нет, давай Вейлорда. Хотя, в принципе, да, можно сказать, Ченси не так уж и часто спавнится. Если бы спавнилась, то мы бы еще одну нашли. Ну, тогда же мы, в принципе, одну нашли. Как-никак, да, нашли. Но... Так, нашли, так и она и пропала. Так, вылечим. Выкинем. Так, потопали, ребята, дальше. Вот сюда еще. Нужно Шелгана прокачать уже капут, чтобы быстрее передвигаться, потому что это так не дело. Вообще не дело, если мы так будем бегать. А когда будем летать, то намного быстрее и больше спан покемонов будет. То есть не больше, а быстрее мы будем передвигаться и будут спавниться покемоны. Не только вот так, как мы сейчас передвигаемся, там пару блоков в секунду, да, будет еще больше. Поэтому и больше шанс, что заспавнится, потому что мы больше будем передвигаться. Так, ну пока что я, ребята, честно, никого не вижу. Если ты сейчас пропадешь, зараза. Вот ты прям заспавнилась не перед нами, а где-то вообще на другой стороне скалы или что это, горы. Не пропадай, не будь заразой. Первая Ченси была такая, не очень хорошая, да, как я понял, если пропала так сразу за пару секунд. Если ты сейчас пропадешь, а если ты еще на горе заспавнилась, как я понял, то это вообще офигенно. Мы только к тебе еще пару минут добираться будем. Если ты там за 10 секунд пропала, то за пару минут 100%. Или это, в принципе, они как спавнятся, так они себе и выкладывают время, да? Могу я за 5 секунд пропасть, могу там за 10 минут. Ху, хотя бы слови, хотя бы в бой вступили. Ловись, Ченси, ну словись, ну пожалуйста. Может, да, ты словишься? Я ее даже бить боюсь, потому что я не знаю, что сейчас, ночь, не ночь. Похоже, что да. О, отлично, мы ее еще и словили. Все, ребята, плюс один покемон. Ченси у нас уже есть. Остался Крайогонал. 5 Иви и Райкваза. Какие там координаты, я не помню. Вроде вот так. Иви у нас написано, но если сейчас ночь, потому что она словилась Duskball. Не, ну в принципе она может так словилась Duskball, но фиг его знает. Фу! Еще 7 покемонов, ребята.
Иви это такое, то есть они не прям редкие, но тоже поискать их нужно будет. Крайгонал, это, ребята, я у вас прошу помощь, чтобы вы нашли, помогли мне найти тот биом. А остальное в Райквазу будем... Ух, нифига себе. Да тут даже без шейдеров лагает почему-то. У меня даже без шейдеров в лесу лагает. Я просто не понимаю, почему. Вот именно вот тут, в этом месте. Может это... Это может это намек, ребята? Это, да, так как я сказал как-то. Это может это, ребята, намек то-то. Что сейчас Райкваза заспавнится? Фиг его знает. Такие, знаете, предспавнищиеся баги, то есть лаги. О, сейчас она заспавнится, да? Ну, фиг его знает, ребят. Ее действительно нужно выжидать, так же, как и Иви. Но Иви, ладно, это Иви такое. Может любое время заспавнится. А Райкваза это все же легендарный. А где, кстати, Лугия, ребята, спавнится? Кто играл уже в новую версию? Может, даже ее уже кто-то находил? То есть находил, что она заспавнилась, а не написал командой, да, покеспаун, и она заспавнилась. Нет, может, ее уже кто-то и находил, фиг его знает. Так, ну да, сейчас ночь, поэтому, в принципе, она может и заспавниться и ночью. В принципе, она ночью и спавнится. Но вот то, что когда она спавнится, это вообще офигенно. Загадка. Так, ладно, ребята, идем мы, наверное, все-таки уже домой. Немного мы прокачали покемонов. В следующей серии, наверное, мы, в принципе, тоже продолжим прокачивать. Днем мы пойдем искать Иви. Или если уже кто-то кто-то напишет координаты к тому биому, да, то может мы даже уже, ребята, туда подъем. Хотя нет, в следующей серии, наверное, нет. Если в этой серии кто-то напишет в комментариях координаты к тому зимнему биому, то тогда, наверное, еще через серию мы туда пойдем. А в следующей серии, может, Иви пойдем искать ночью, наверное, дальше пойдем прокачивать Ларвесту, Вайлорда, Шелгуна, Баттерфри на Бишарпах. Ночью, когда будет ночь. А днем искать Иви. Так, ладно, ребята, давайте действительно уже отсюда валим. Мы так можем стоять еще не знаю сколько и ждать, пока Райкван заспавнится. Вот сейчас она вот сейчас, ребята, заспавнится. Там 5 секунд. Давайте. 1, 2, 3, 4. Спавнься, Рекваза, заспавнься, пожалуйста. Ну, ты нам действительно нужна, нам еще 7 покемонов осталось. Ну, заспавнься, ну не будь тварюгой, Рекваза. Не хочет. Ладно. Мы же с Мью договорились, да? Ждали, пока она выйдет погулять, и она вышла, и мы ее словили. Но с Райквазой такое, ребята, не прокатит. Ну ладно, давайте идем домой. Идем поспим, как раз дождь уже пропадет. И все, ребята, на этом давайте закончим эту серию. В принципе, ребята, ставьте лайки. Если на этой серии наберется 120 лайков, то следующая серия выйдет через пару часов, точнее, в 7 часов вечера по Москве. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.